Непогода не остановила любителей солнечных ванн. В Затоне открылся очередной пляжный сезон. Организаторы мероприятия предложили отдыхающим поучаствовать в бесплатной фитнес-зарядке и посмотреть выступления творческих коллективов. Правда, желающих позагорать было немного, все-таки сказалась погода. А те, кто решил посетить городской солярий, отметили, что Саратову не хватает хорошо обустроенных пляжей. Вам лично чего не хватает на этом пляже? Чистоты, уюта, туалета.